Это же ужасы перед Рождеством! Ну танец просто! Вот танец, это вот лучшее, что есть в этом мультфильме, это этот танец. Это просто охеренно. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы сейчас будем смотреть Сеньора Пелло Спуки Монт. Мы будем смотреть приключения вот этих спукизов из игры Friday Night Funkin'. Ссылки на оригинал, на канал Сеньора Пелло, ссылка на оригинал этих видео в описании. Переходите, поддерживайте автора лайками, колокольчиками, подписками и все такое. Поехали! 30 сентября, вот-вот будет, я так понимаю... Хэллоуин, да, я не помню, когда там Хэллоуин, но, наверное, учитывая, что Спуки Мант, это месяц Хэллоуина. Октябрь, да, октябрь. Здравствуй. Это же жуткий месяц! Эй! Эй, я тебе кое-что скинул. Буга-буга! Буга-буга! Потрясающе, очень интеллигентный мультфильм, сразу чувствуется. Эпичное скольжение. Сына, не подходи! Звони 911, сына! Но, мам, это же жуткий месяц! Правда? Держите конфетку. Эй! Я, кстати, могу сразу сказать, что я эту дичь уже смотрел когда-то очень давно. Я очень плохо ее помню. Я реально смотрел этот мультфильм. Или этот, или какой-то другой мультфильм Спуки Мант я смотрел несколько лет назад. Я хочу сразу об этом предупредить, может, что-то вспомню. Бабуля, это жуткий месяц! Жуткий месяц? Погодите! Там бабуля танцует после смерти. Это такой посмертный замечательный танец. Ай! Машин. Детишки, хотите конфеток? Конечно! Это мне тетки месяц! Точно! Чувак, я все понимаю, но если ты так будешь водить машину, ты сдохнешь сразу. Собственно, это и произошло. Буга! А, господи, Иисус. Пошли, находись. Это жуткий месяц! Говори, сыграй хоть по телефону. Я в порядке, здесь лежит мой стояк. Ты опоздал. Ну, типа, боунер, кость, стояк, ну. Игра слов, да, замечательно. Прекрасно. Это было так страшно, что я прямо охерел. Это жуткий месяц! Пошли играть в страшные игры. Два приду. Уга-буга! Отдали в подвал! Пело, прекрати бить свои столы. Это для твоего же блага и здоровья фанатов. Не, я сейчас скажу, мне нормально. Пело, не прекращай бить свои столы. Бей! Бей столы, еще сильнее, еще бильярдные столы бей. Все столы, которые только можешь собрать вокруг, и бей. Офигевают по Хэллоуин. Детишки, уже ноябрь! Это же ужасы перед Рождеством! Ну танец просто, вот танец, это вот лучшее, что есть в этом мультфильме, это этот танец, это просто охеренно. Мне, я вот, вот это вот, очень хотел бы это повторить точно так же, но буга-буга! Боюсь. Какая хорошенькая мадам, ой, обосраться. Давайте сразу следующий мультфильм, «Звезды» называется. О, реклама пошла. В общем, прекрасная женщина была, давайте, мне надо вылечиться от этого кадра, сейчас мы... Сейчас мы посмотрим на что-то, возможно, более спокойное. Хотя вряд ли. Хотя вряд ли, на самом деле. Итак... Мне не нравится это место. Да, мы сможем уйти, как только найдем ценности. Это Спуки Мант! Be quiet, you idiot! Заткнись, ты... Привет! Это Спуки Мант! Ну, давай! Это уже проблема. Подождите. А что это вы здесь делаете? Я знаю! Это жуткий месяц! Это жуткий месяц! Это охеренный. Увидимся! Слушай, это было просто. Давай продолжим. Мне кажется, вот этот мультик я не видел. Вот прошлый, по-моему, видел. Какие-то кадры знакомые были. А вот этот, по-моему, не... О! Терренс и Филипп! Только Терренс уменьшился, а Филипп обабился. Замечательно. Так. What's all that noise? Что за шу... А? Давай! И часть Спуки Мант! По-любому сейчас будет, наверное, Spooky да? Да! Я чисто... Эй, пацан! Выпусти меня отсюда! Я не могу, сейчас же жуткий месяц! Ты это говорил в прошлом месяце. Тихо! Секунду! Там что-то понаписано. Готтен, смерть, Рип, бабуля. А, та самая бабуля, да, которая танцевала. Она там очень интересно лежит такая в этом, в гробу. И часть Покемон! А, чертова крышка мешает нормально руками подвигать. Ох уж это бабушкина смертельная вот эта вот судьба. Тыковка! Это
жуткий месяц! Let's go for ice. Пошли замороженным. О, опять к этому дебилу, что ли? What? Да-да-да, тот самый. Эй, чего надо? Эй, детишки, мороженое хотите? Не хотим жуткий мороженое! У меня есть кое-что для вас. Here you go, kid. Держите, ребятки. Let's go for a laugh. Пойдем повеселимся. Кайжа, пацан, держи. Ах ты, мразь. Я нормально. Ну это же жуткий месяц, да? Убивать детей в жуткий месяц. Видимо, это нормально во вселенной сеньора Пелла. Почему нет? Господи, какая довольная рожа. Там, между прочим, только что ребенок умер. Чего вы такие радостные? А это, кстати, на Пеннивайза похоже. Это должно быть страшно. Чего вы радостные? Вы не должны быть сейчас радостны. Hi, Mr. Clown. Привет, мистер Клаун. Вы как детишки. Мистер Клаун, это десятки весит. Как мне все трескать там жуткую шутку? Это было уморительно. Погнали в интернет. Так, а что вы там собрались смотреть, а? Можно мне тоже шутку? Ладно, хорошо. Идем дальше. Не задаем лишних вопросов. Троллинг в сетях, 24/7. Что вы делаете в моей комнате? Сваливай к чертям отсюда! Стойте! Оставьте домашку в покое. Модель ада. Хорошая домашка. Flex Over 3000. О боже. Это типа их друзья, что ли, по переписке? Да, друзья у них такие же умные, как и они. Вам пенсию принесли. Эй! Привет! Вот и помер дед Максим. Субтитры тоже огонь. Это жуткий месяц! Жуткий месяц? О, господи. Блин, мне кажется, что даже кости в его костях треснули. Мне кажется, вот у него треснули кости, у которых тоже были свои кости, а у этих костей были свои кости. И все эти кости треснули одновременно. Это ужасно. Ну, Лузер! Так! Я, конечно, понимаю, что это жуткий месяц, но такой жуткий буллинг мы не приветствуем. И что вы тут забыли? Потому что это жуткий месяц. Ой, правда? Да, я слышал, что в том доме на холме жуткая вечеринка. Жуткая вечеринка в жуткий месяц! Меня туда мой дядя. Что? Что? Меня туда мой дядя берет. Это стрёмно, я еще боюсь представить, что он там с тобой делает. Скорее всего, вы там смотрите ужастики! И я надеюсь, что на этом все заканчивается. Это жуткий месяц, а где все? Привет, ребятки. Попались на гадость. Время показать мою сладость. О, дядь, это незнакомец. Это не жутко, это страшно. Это его сладость? Нихера у тебя размер сладости, конечно, мужик. Чё-то ты слишком сладкая жизнь. Прям слаще, чем у Феллини, блин. В его кинематографе. Ух, ё-моё. Прекрасный субтитр. Ну да, в принципе, он отражает субтитр. Что это маленькие мешки плоти и костей? Я Костяська, это ты Кавка, а ты кто? Я глаза вселенной. Я покажу вам конец. А я думал, это уже твой конец, вот это вот развивается. Покемон! Ты имел в виду жуткий месяц? Покемон! Жуткий месяц? What do you mean? А кого это он там угандошил, погодите? Там кто-то сдох, по-моему. А это, наверное, дядя этот придурочный, да? Типа, это он? Или что? Вот, смотрите, он выбежал, видите? Шел, шел, шел. Оп! What do you mean it's wrong? Что значит, это неправильно? Да. Че тебе? Про сладость рассказали, что это означает все, да? Ой, бедный ребенок. Ну окей. Ух, страшно. Look, they're having fun. Смотри, они хорошо they're проводят время. Начайте смотреть на звезды. Сгоняемся конфетками. Ну погнали. What do you kids want? Че вы, ребят, хотите? Примись кать конфетами, пожалуйста. Where's the third one? А третий-то где? Я третий! Было круто, но мне надо идти. Увидимся позже, глазесть! Смотрите чаще на небо! Пошли ко мне домой!
Чё там? А, эти придурки. Я уже забыл про них. Эй! Смотри! You gotta be kidding. Да, ты издеваешься. Ой, прости. Дети, как прошел день? Мы нашли нового друга. И он показал нам звезды. Звезды? Что это новенькое? А еще мы ему показали страшный танец. В честь жуткого месяца? Дебилы, блин, просто. Вот, я хотел посмотреть еще тогда. Кстати, я забыл вам сказать. А почему он-то не станцевал? Он тоже танцевал. Это прекрасно. Блин, это охеренно просто. Итак, жирный вор Келлит Гофф, тонкий вор Коффин Джакей, мама Элси Лавлок, Сьюзи Рина, Кевин Джек, Эксклюзив Юэй. А сеньор Пелло кого-то озвучил, ну? Только рисовал? Special thanks every single person who collaborated for the internet dance. Спасибо всем, кто коллаборировал для интернет-танцы-сцены. Ну, я понял, по-видимому, речь идет об этих картинках, которые они в интернете там посматривали. Между прочим, еще 30 секунд видео, сейчас после титров, скорее всего, будет какой-то прикол. Спасибо, что смотрели. Да, обязательно, ребят, переходим на канал Сеньора Пелло, если кто-то еще это не видел. Посмотрите также в оригинале, поставьте там лайк, я не знаю, колокольчик, там подписочка, все. Там, конечно, дохера просмотров, гораздо больше, чем у меня, но все равно я свою как скромную лепту хочу внести в популяризацию этих потрясающих мультфильмов, на мой взгляд. Вот этот вот второй мультик вообще бомбический. Так, ну что ж, а есть еще, кстати, видос. Может, посмотрим потом, может, нет. 10 минут идет. Старики слабонервные параноики, просим уйти. А да, тут не будет той зеленой бабы. Правда? Сейчас проверим. Ясненько. Меня только что украл жуткий клоун, ребята. Это прекрасно. В общем, давайте на этом закончим. Вот такие вот два видосика. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка в описании. Ну и в оригинал, естественно, тоже переходите на канал Сеньора Пелло. И, в общем, на этом мы завершаем. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.